Как подготовить ребенка к современным профессиям? Для школьников Якутска стартовал конкурс под названием Junior Skills. Подробнее о региональном профориентационном чемпионате расскажет наш корреспондент Иван Подойницын. Каждый школьник получает возможность попробовать себя в разных трудовых сферах. Таков основной идейный замысел конкурса профессионалов будущего. Региональный чемпионат Junior Skills тоже еще очень молод, так как проходит только второй год. Но количество участников в этот раз уже около 250. Junior Skills – движение, которое было образовано в 2014 году. Целью этого движения является профориентация школьников, то есть чтобы они посмотрели и поняли для себя, что им интересно в дальнейшем, чем они хотят заниматься дальше, на кого пойти учиться, кем хотят работать. В этом году республиканские школьники выступают в 19 трудовых направлениях. Конкурс проходит в виде решения кейсов. Перед юными специалистами ставятся задачи из реальной деловой практики различных профессиональных сфер, а они соревнуются в мастерстве их выполнения. В течение 3 дней они работают в зависимости от заданий от 4 до 8 часов в день и выполняют задачи точно такие же, как и на производстве. То есть разобрать, собрать системный блок, найти неисправности, установить операционную систему, настроить дополнительное оборудование, ну, вплоть до того, что настроить интернет в квартире. При этом они это должны сделать на нескольких операционных системах, то есть это уровень специалиста с 50-летним стажем работы на производстве. И это уже в детском возрасте. Представленные профессиональные специальности – это в основном наиболее популярные, востребованные и доступные ныне направления. Например, 32 конкурсанта в дисциплине «Мобильная робототехника» – это наибольший показатель участия. Но помимо этого Junior Skills проходит также и в традиционных ремеслах. Я участвую в компетенции «Гончарное дело». Я занимаюсь гончарством с 2 класса. Это мое хобби с детства. Я любил лепить. Я бы хотел открыть свое дело, делать там сувениры и маленькие изделия. По всем направлениям, которые заявлены по стандартам Junior Skills, победители поедут на большой национальный чемпионат. Те же компетенции, которые проводятся только по методике конкурса, это презентационные выступления нашего региона. Иван Подойницын, Владимир Таюрский, Евгений Лугинов, МВК Саха, Якутск.